В Орет-арене начался ведомственный чемпионат органов безопасности Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа по плаванию. Калмыкию посетили около 200 спортсменов Юга России. По словам организаторов, соревнования проводятся для привлечения сотрудников к регулярным занятиям спортом и пропаганде здорового образа жизни. Соревнования среди Южного и Северокавказского федеральных округов по плаванию, посвященные 100-летию образования спортивного общества «Динамо». Для республики большая честь принять соревнования такого уровня у нас. Я думаю, что это даст дальнейший толчок для развития плавания в нашей республике. И со стороны судейского корпуса я уверен, что мы проведем все на высочайшем уровне. В соревнованиях участвуют у нас 22 команды. В соревнованиях участвуют у нас мужчины, женщины. Они будут соревноваться в следующих дисциплинах. 50 метрах будут плыть вольным стилем. Мужчины, женщины все будут плыть. Эстафета 4 по 50 вольным стилем. Затем будет 50 и 100 метров брасом, мужчины и женщины. Комплексная эстафета. И в последний день соревнований будет 100 метров вольным стилем. И мужчины, и женщины.